Всем привет! Сегодня я расскажу про рюкзак Rockland 90 плюс 15 фирмы Tatonka. Tatonka – это немецкий бренд, один из лидеров в производстве туристических рюкзаков с более чем 20-летним опытом. Рюкзак Rockland – это один из пяти рюкзаков линейки с одним большим объемом. Это идеальный выбор для тех, кто ищет минималистичный дизайн и демократичную цену. Рюкзак Rockland оснащен системой переноски Y1. Эта система представляет из себя две параллельно идущие вдоль спины алюминиевые шины, которые легко снимаются при необходимости. Система регулировки рюкзака настраивается под индивидуальные особенности человека. Прежде всего регулируются плечевые лямки. Они регулируются по длине, по прилеганию лямок к спине рюкзака. И, естественно, лямки регулируются по высоте для роста от 155 до 210 сантиметров. Сами лямки оснащены ремнем. Ремень регулируется по ширине и по высоте, в зависимости от вашего роста. В нижней части рюкзака находится плотный поясной ремень. Он имеет две регулировки. Стандартная регулировка по ширине. И есть возможность отрегулировать степень прилегания ремня к рюкзаку в зависимости от того, насколько рюкзак загружен. Рюкзак имеет одно основное отделение, в которое можно попасть через верхний утягивающийся вход. Вход закрывается на стропу. И на шнурок. В боковых частях рюкзака находятся утягивающие стропы. Изначально стропы предназначены для того, чтобы уменьшать объем, если в рюкзаке немного вещей. Соответственно, можно стропы подтянуть, и вещи внутри рюкзака не будут болтаться. Кроме того, стропы удлинены для того, чтобы можно было разместить под ними, например, пенку, коврик, куртку и так далее. Вот здесь у меня есть коврик, сейчас я покажу. Очень легко разместить любое оборудование вот таким вот образом. В центральной части рюкзака расположены петли для крепления трекинговых палок. В нижней части есть ответная петля для того, чтобы палки не болтались при движении. Кроме того, в центральной части находятся по две дополнительные петли. Их можно использовать непосредственно, прикрепив подсумок или что-то прямо на петлю. Или пропустить между петлями шнурок и расположить под шнурком куртку, каску или что-то другое. Дополнительные петли также есть на каждой из лямок. Сюда можно прикрепить бутылку с водой или GPS, телефон, свисток, фонарик и так далее. Кроме того, на концах вот этих строп есть петельки для того, чтобы давать отдых рукам во время похода. Исходный объем рюкзака 90 литров. При желании можно увеличить объем до 105 литров. Это делать следующим образом. Прежде всего нужно поднять крышку рюкзака. Крышка поднимается примерно на 20 сантиметров вверх. И кроме того, необходимо полностью распустить верхний утягивающийся вход.
И таким образом литраж рюкзака уже не 90, а 105 литров. Отдельно скажу про крышку рюкзака. В верхней части находятся 4 петельки, в которые можно пропустить шнурок и положить под шнурок куртку, каску или какие-то другие вещи. В самой крышке расположен карман. Карман на молнии с двумя бегунками. Сам карман достаточно просторный. Внутри есть крючок для ключей. В данный момент рюкзак отрегулирован на объем 90 литров. На мой рост 164 сантиметра лямки рекомендуется устанавливать в нижнее положение S. Элементы жесткости рюкзака можно снять. Соответственно, рюкзак легко складывается, его можно убрать на зимнее хранение или постирать. Рюкзак Rockland сшит из плотного полиэстера и оснащен качественной долговечной фурнитурой. При минималистичном дизайне рюкзак обладает всеми функциями полноценного туристического рюкзака.